как говорится, мы находимся в первобытной красоте. Компромат. Это вы прикрыты. Это от медведя, чтобы прятаться, чтобы он сзади не, на тебя не напал. Когда ты просто. По этой тропе проходишь, чтобы от него. Спереди ногой отбиваешься. Потому да. Что ты привык ходить налево, а я тебе говорю идти направо. Guys, careful, это slippery. Почти. Ой, вот он запах. Ты об этом говорил запах? Это запах водорослей. Костя, да. Осторожно здесь. Скользко. Я почти. Попала. Осторожно. Снимем и тебя. Нормально. Давай, друг. Вау. Если что, попадай на меня. Не, я нормально. Значит так, господа. Не, вон люди, народ ходит. Yes. Господа и дамы. Господа, можно попросить о чем-то? И дамы. Когда мы выйдем к нашим мотоциклам, потратить еще 3,5 минуты для моего удовольствия. Поехать в пропорте, который хочу купить. Конечно. И первая ночь ваша будет фри. Отлично! Все смотрим сюда. Это был сальто назад. Вырезать, это вырезать. Вырезаем. Позор. Действительно звук снимаешь, да? Да, только. Только звук. И это правильно. Мы находимся в Смаглерско. Это, как бы сказать, такое место контрабандистов. И одна из вещей, это не вещь, а один предмет, это тоже не предмет. То есть контрабандисты занимались тоже контрабандой рабочих. Например, рабочих из Китая, которые здесь нелегально прибыли, и дальше уже их там оформляли,
скажем так, по месту назначения. Chinese life matter. Да. Еще у меня есть добавление. Это во время сухого закона они поставляли важные калорийные продукты на нашу землю. Сеня? Хорошо быть молодым. Надеюсь, там звука не было. И мы приезжаем, я там хожу по этой яхте, говорю, а здорово у вас здесь все оборудовано. А ты говоришь мне, да, приходится рвать когти. Ту же самую кнопку нажми. Президент Радио Свобода. Только звук. Костя готов дать свое часовое интервью нам. Так, твои впечатления об этой поездке? Впечатления самые замечательные. Отдохнул душой и телом. Открыли торжественно летний сезон официальный. И вот, пожалуйста, мы наблюдаем погоду летнюю, хорошую. Едем домой, отдохнувшиеся, накислородившиеся.
Так, как насчет Ильи? Он первый раз с нами поехал. Он, как ты думаешь, он будет вписаться в наш кружок? Абсолютно. С Ильей это будет квадратик уже. Да, и пожелания нашей группе на следующие поездки. Как можно чаще, больше и дольше. И сильнее. И сильнее, да. Да, ну все, пока. Вот у нас Семен, он тоже что-то хочет сказать. Ну, я скажу одну простую фразу. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. А насчет Ильи я не знаю. Не он с нами, я думаю, что мы с ним будем кататься. Вот и все. А так, я считаю, что все было шикарно. Какие-то наставления на следующие поездки? Или все было так круто, что никаких поправок не нужно? Ну, я бы, конечно, больше предпочитал, чтобы меня носили, чем я ходил сам. Но это только выше, так сказать. А в принципе хочу, если говорить серьезно, чем дольше, чем дальше, тем лучше. Что вы можете сказать в свою защиту? А мне не от чего защищаться. Мне очень полюбились эти ребята, с которыми я сегодня ездил. Вот, поэтому, если они не будут против, я с ними обязательно поеду в будущем.